записи прямой эфир. Третья карта у нас. Напоминаю, что это финал OGA Dota Pit Лиги. Европа плюс СНГ регион. Secret Liquid. Ну, пока, в общем, у нас все идет по плану коллектива Secret. И абсолютно пока безыдейно для команды Liquid получаются сыгранные две карты. В общем, если камбэкать, то только сейчас. Для этого у них больше шансов уже не будет. Надо брать что-то рабочее, что-то проверенное. Ну и пытаться как-то переиграть коллектив Secret. Получится, не получится, узнаем уже в самое ближайшее время. Напоминаю, для вас работает студия Рухаб. Сегодня в лице Адеквата и Морталис. Дим, что скажешь, камбэк возможен? Камбэк хотелось бы видеть. Я скажу так, давайте, ребят, всем чатам просто поддержим команду Liquid. Им точно нужен какой-то заряд бодрости. Просто пожелаем им удачи. Пусть они наконец-то покажут нам свою лучшую игру. Может быть, наткнуться на не лучшую игру Secret, если это вообще возможно сегодня. Ну и просто пожелаем им хорошей, уверенной доты в исполнении. Ну и смотрим драфты. В таком случае Некр на ФП от Secret. Вот вообще такой герой в первой стадии берется достаточно непопулярно именно для первой стадии. Он частенько в последнее время появляется в драфтах, но так, чтобы его на ФП прямо брали. Видимо, хотят потенциальных каких-то соперников и героев заблокировать им, что ли, чтобы, если что, Liquid их не взяли. Либо это то самое, о чем ты говорил, дайте мне покатать на вот этом. Да. Вполне возможно. Хотя такой герой Некр, ну, мне кажется, прям сверхудовольствие от игры на нем получать нельзя. Особенно, когда у вас идет игра, когда вы там разрываете, хочется постоянно нон-стоп убивать. А ты такой статичный товарищ, бегаешь, вокруг тебя там все. Да ладно. И вы идете. Смотри, ты идешь вперед, тебя никто убить не может. А ты еще и косой, соперник от тебя отлетает на миллион лет просто. Чем не красота, чем не удовольствие? Чтобы Liquid сдались после косы на 100 секунд. Сальта тут все равно не выкупится. Нас за 100 секунд спушат. Давайте завязывайте. Заканчивайте это уже скорее. Да. Много хила у Secret получается. Уже. Enchantress и Некр. Enchantress нам Пупей показал. Очень своеобразную Enchantress. Через Crimson. Через Midas в первую очередь. Помнил он про такой артефакт. Может быть, и здесь что-то подобное увидим. Уже намекают на то, что Ликвидам надо будет опять-таки на Эмбере собирать урну Vessel. В принципе, это нормальная сборка для Эмбер Спирита. Появляется ВРка. С ВРкой играли Ликвиды у нас против OG сегодня днем. Есть в репертуаре такой персонаж. Ну хорошо, ВРка нормально. А Таска уже не возьмут, потому что есть Марс. У них Таск ходит в сложную линию. Кстати, по поводу Некра. В первой стадии. Запачиваю не брали в первой стадии ни разу. 62 раза брали и ни разу в первой. Просто вот такая занимательная статистика. Понял. А и последние медведь отбирают. Вот просто последние. Ну оставьте хоть Мишку поиграть, Койкве. Лика, ты знаешь, вот этого стола гранд-финала последние крохи собирали, там какие-то фраги пытались сделать, что-то еще. И вот они уже почти добрались до самого сладкого медвежонка. Вот, казалось бы, в последний момент надо медвежонка взять. А нет, коварные секреты этого медведя себе забрали. Ты посмотри, как быстро они могут спушить. Такое чувство, что у них там дела какие-то. Они рассчитывали на три карты, причем желательно две из них закончить там за 20-25 минут. Мы торопимся, ребят. У каждого там что-то запланировано. Потому что Лондруид, Enchantress и Некр как бы намекают на то, что секрет собираются играть очень быстро. И могут. Фатальные ошибки в файтах могут привести к мгновенной, конечно, потере базы. Liquid, я думаю, прекрасно это понимают. Ну и как команда, которая, конечно, постоянно играет с медведем, они должны знать, как играть против медведей. Койку сейчас там все расклады даст, скажет, ребят, вот эти вот эти герои надо рассматривать, вот это вот надо делать. Такие-то тайминги у медведя. Еще какое-то понимание игры против этого героя должно быть. Ну, ДП уже выбор неплохой, окей. Деспрофит принимается. Тут и Саленс какие-то могут помочь и убить Деспрофит. Быстро. Достаточно проблематичное занятие. Ей можно снять пол ХП буквально. А дальше уже Некр подумает о своем ультимейте. Так что ДП не так опасно на самом деле. Осталось 5 секунд. Сейва на нее нет. ДП должна справляться своими силами. А значит, обязан появляться Юл. А если Юла не будет раннего? А что такое ранний Юл? Ну хотя бы там до 15, да, его купить. То тогда она не угроза. Кунка отправляется в бан.
Есть ли здесь место какому-то ораклу для команды Liquid? Ну да, саппорт нужен. Нашли Котла. Нашли Котла. Ну, прикольно, да, это связка Keeper's Light и Ember Spirit. Причем зачастую мы видим в драфтах, что они как-то вот вместе сразу берутся. Там Котл, ФП, допустим, закрывающий первую стадию Ember Spirit. Или сразу на распик Ember плюс Котл. Здесь сперва Ember появился на first пик. И на пятый пик появился Keeper's Light. Ну, двойные... Slate of Fist — это известная практика, да, где-то вот на VR-ку можно баф кинуть, VR-ка, там, может, шиклшот пораньше завязать, несколько в драке. В общем, Котлу здесь место имеется. Ну, плюс для драки Willow Wisp штука хорошая. От пуш, между прочим, да. Да. Рабочий пик у кому-то ликет. Secret, знаешь, так банят. Котл ведь тоже один из самых популярных героев, тоже частенько в бане бывает или улетает там где-то в первых стадиях в пике. Такое чувство, что Secret банят... Даже не по сопернику, а потому что конкретно их драфту мешает. Liquid, вот увидели снайпера в первой карте? Не, больше мы не хотим против этого играть. ДК их с Ченом победили в прошлой карте? Тоже не хотим против них играть. Liquid банят именно по сопернику. А Secret банят просто то, что мешает им. Они готовы играть против любых героев оппонента. Главное, чтобы они конкретно их стратегию не ломали. Медведь ни разу не был в бан отправлен. То есть Liquid его могли две карты до этого брать спокойно. Может быть, поубавилась уверенность в этом медведе после проигрыша в групповой стадии от Secret. Но это была их лучшая карта. Это вообще была лучшая карта против Secret на турнире. Возможно, лучшая в принципе за все серии последние. Там Альянс как-то еще попадались. И тем не менее, медведя брать не стали. Три карты был вариант, не взяли. Так, ну что, Secret, закрывающий драфт, долго думает на этот раз Пупей над последним пиком, обсуждает, видимо, что-то с командой, нужен еще один кор. Есть варианты Некрофоса ставить мид, есть варианты Некрофоса поставить в сложную линию. Бестмастер. Я тебе говорю, у них дела. Бестмастер опять же усиливает пуш. Это уже какое-то еще издевательство над соперником. В том плане еще хорошее то, что Inner Beast ауру дает для медведя. Прям вообще нормально смотрится. Для остальных не очень хорошо, кстати. Вот у медведя бустит хорошо. Так, друзья, ну ладно, давайте... Настроимся позитивно, в общем-то, на эту карту. Она может действительно стать последней в этом гранд-финале, но может и нет. А вдруг вот та самая карта, с которой Liquid сейчас начнут рвать и метать, просто убивать нон-стоп соперника и покажут нам такой геймплей, от которого в шоке будем не только мы, но и команда Secret, закончив за 11 минут. Нет, шутка, конечно, что смогут переиграть команду Secret. Вот, в общем, позитивный настрой, друзья. Хороший драфт, рабочий, самый главный драфт. Понятно, что и у Secret пик хороший, и у команды Liquid пик хороший. Исполнение линии, все, что мы любим. Приступаем к просмотру игры. Перед этим, конечно же, хочется обратиться к нашему партнеру по рематч. Оценить, собственно, что по драфтам. Ну, я вижу, как с каждой карты, вот, во время пиков, после пиков, коэффициент на команду Liquid, он повышается, на команду Secret он уменьшается. И к этому, конечно же, есть предпосылки. А на серию дают что-то вообще? На серию я не вижу. Вижу на карту 1.22 на Secret, вижу 3.9 сейчас стал коэффициент на команду Liquid, кстати. На матч ничего нет. Ну, хотелось бы посмотреть, конечно, на какой-то гениальный камбэк от команды Liquid. Коэффициент какой бы ты дал? 15? Больше. 20? Не, ну 20 уже слишком много, не? Да пойдет. 15? Не, тут гораздо сложнее. Ну, даже если так, друзья, вы можете сами чекать эти самые изменения по коэффициентам. Если вам интересно, доступен баннер под нашей трансляцией. Я напоминаю, что наш партнер Pari Match подготовил для вас бонус в виде 100% дополнительных к депозиту. Денег, соответственно, вот. Поэтому, кому интересно, следуйте, узнавайте, читайте, используйте. А мы переходим уже к лейнингу. Итак, Зай будет играть на Некрофосе в сложную, у нас отправился. Ставится вард. Ну, Микки будет у нас играть на Эмбер Спирите в легкой. Я вижу, что у него Блайтстоун есть в инвентаре. Постарается размены какие-то соперникам, судя по всему, выходить. Коек сыграет на Деспрофит.
центре против Медведя. Но опять-таки вариант, при котором Койко сам исполнитель на Медвежонке встретится против Медвежонка. Посмотрим, что он способен будет сделать против Медведя от Матумамана. Ну и топ, соответственно, у нас... А, нет, Матумаман идет на топ, да? Слушай, центр идет у нас Ниша на Бестмастере. А, вот оно что. Слушай, это интересно. Ниша Бестмастер, оказывается. Такая вот идея. Да, Зай же на Некрофосе, действительно. Матумамен Медведь. Ну, получается, да, получается Ниша Бестмастер в мид. Медовой Бестмастер поставит Заку быстрый доминатор. Слушай, как интересно, секреты. Кто-то ведь так делал уже. Уджи, по-моему. Они практиковали Бестмастера в центре. Не на этом турнире ранее, но тем не менее. Ну, интересно, это будет Бестмастер с фармом, это будет Бестмастер с быстрым левелом, это будет Бестмастер, который будет очень рано подключаться. Ему для этого необходимо просто купить доминатор, там, сапог какой-то, и все, и вкачать там, 6-й уровень. Он уже готов бегать по карте и по КД просто использовать свой ульт, чтобы потом команда после пары убийств, например, выходила ломать вышки. Да, в этом плане он, конечно, с Койквы, с его героем схожий, с Деспрофит. Деспрофит тоже там может прийти с экзорцизмом, сделать какой-то ганг и вышку спушить. То же самое у Ниши, да, та же самая ситуация. Причем с фаз-доминатором понятно, что пуш будет катастрофически хорошим. Надо только линию хорошо отставить. Я не знаю, вот Медведя, ну вот они их специально поставили на легкую, чтобы от Деспрофит увести, интересно. Решили, что Бестмастеру будет чуть попроще, а Медведю получше фармится на легкой линии. Может быть, в этом идея. Ну, я бы не сказал, что Бестмастер прям суперкомфортная линия. Он все еще милишник против Деспрофит, который крипсворм, каких-то кабанов задувать можно. Спирит Сифона постоянно можно вешать, самого Нишу. Мне кажется, Нишу это в последнюю очередь волнует. Он сейчас на таком кураже, в такой форме, что на любом герое постоит с удовольствием в центре. Топоры качает, например. Кабана еще вкачал на третьем уровне. Да, и пластхитом все в порядке, мы видим 8 на 1, у Койквы пока 7 на 0. Стоит пока Бестмастер уверен достаточно, что Тайга. Тайга может погибнуть, Ферстблад дает виндран, пытается убежать, как-то спрятаться. Замедление получает от Пупей, Пупей очень хочет сделать первое убийство, Пупей. Пупей клэп не заюзал на своем крипе. Мог. Добивает. Ну и так хватает, нормально. Курьера, правда, потерял, но это не страшно. Ферстблад это все равно штука очень приятная. С Блайдстоуном Пупей, да, вот так, чтобы харасить соперника на линии. Всячески помогать Матумбумену, чтобы получать ему там своих крипов. Пока 8 на 3 мы видим у Бокси на линии. Ну, пока нормально тоже 8 на 2. Если кто-то и огребает на этой линии, то его суппорт, не сам Бокси. Бульворк вкачал, чтобы Медвежонок сильно не пробивал, тоже логично в целом. Ну, нормальная линия для Марса, я думаю, что свой фарм здесь Бокси получит. Ну, сильно Медведю помешать, правда, не получится. А надо... Надо как-то мешать. Матумба здесь наверняка попробует играть ровно как Койква через дизолятор. Мэднес. Мом, дизоль, да. Вот это сейчас классический билд, да. И Матумбамен такой билд уже на этом турнире показывал. И Койка тоже, соответственно, показывал. Поэтому вряд ли будут какие-то эксперименты. Этот билд примерно известен. Мне интересно, что Микки будет приобретать. Мы говорили о том, что, по идее, выход в урну Vessel должен быть. Но вот наличие Блайдстоуна намекает, что Микки может, конечно, какой-то там физ ДПС пойти. Поиграть. Вариантов есть много. Ты видишь, что делает Ебзор? Он не дает пройти курьером. Инсейния без регена. Микки без регена. Курьеры пытаются добежать. Ебзор рядом. Эх, не получилось. Но зато Марса убили. Это хуже, чем стрелять Куру. Забили Марса, да, это действительно неприятно. То есть мы говорили о том, что Марсу бы как-то вообще здесь там Матумбамену мешать фармить. А тут мало того, что не мешают, еще Марс здесь отдается. Матумбамен получил ассист, не фраг, конечно, но все равно какое-то время он проводит на фри-фарме. Кспу лишнюю получили тоже на двоих. Нормально, ну в центре пока действительно хорошая ситуация. Койквы фармит он. Есть прилично. Коэффициент на победу. Liquid. Ну-ка, только подожди, я хочу посмотреть. Покажи. Нету, давай. А есть 32. 32? Да, на секрет уже не дают поставить, но на Liquid 32 на победу в этом гранд-финале. Так, Микки. Нельзя умирать. Нормально живет. А вот Зай страдает. Зая бы как не добили сейчас. Ой, фейтбол, деспульс. И... Хватило, да как так?
Не, ну знаешь, это уже тильт какой-то. Это просто тильт. Но Марс на линии погибает снизу. Вот в такой простой ситуации Эмбер Спирит тоже погибает. Ну, это реально тильт уже. Но вот в таких ситуациях Ликвиды обычно не ошибаются. А тут уже прям совсем все не получается. Ну, настолько, что даже на линиях просто вот они проигрывают в каких-то... Ну, даже не стычках, я бы даже это не сказал, что какая-то стычка прям нереальная была. Просто Зай пошел, немножко понаглел, конечно, дал деспульс лишний. Фейтболт внезапно всунул просто ебзор, и они сделали фраг. Ну, супер легкий фраг. И супер обидная смерть для Мики. Супер обидная смерть. Забудь про 32. Вот забудь. Сколько? Там новая появилась. Там это по рематчу смотришь. 43? Да, это по рематчу. 43 коэффициент. Я не знаю, насколько нужно быть фанатом команды. Ты такой видел? Вот вообще. Такой кэф? Коэффициент, да, 43 в доте на победу одной из команд. Хоть раз. Не знаю, не знаю. Сложно припомнить. Я не видел в доте точно. 43. Прошлую карту Secret закончили за 18 минут. Вот есть у тебя ощущение, что это может закончиться еще быстрее? Да. Ну, у меня серьезно есть такое ощущение. Просто там даже не закончится не тем, что там трон упадет, а просто команда Liquid, мне кажется, сдаться может. Да. В какой-то момент. Ну, просто, просто сказать, они устанут это терпеть, реально. Да. Забыть, как страшный сон, просто отдохнуть от всего того, что там на лиге происходило. Бокси импетусы, развернулся, опасно. Ладно уж на лиге, в гранд-финале только. Так-то на лиге все хорошо было. Ну, слушай, это все равно, знаешь, путь, который преодолели команда Liquid по нижней сетке, как они натерпелись в групповой стадии, это все равно непросто. И с физической стороны, и с моральной стороны. Победы, конечно, тебе дают сил до пути. Показали, но тоже 10 дней играть вот так вот доту с цивильными соперниками. Перехватывают тайгу тем временем. Вышку запушил, ну хорошо, вот пока если уж и линия какая-то хорошо стоит, так это линия с койкой в центре. Койку тут 3200 на творс. Так, правда, сейчас его этого на творс могут чуть-чуть лишить. Спирит Сифона раскидал, регенится, живет. Тычки в спину, не пробили койку. Хорошо, Спирит Сифона раскидал. Так вот, да, у койки все в порядке. Вышку спушил, молодец. Снизу, хорошо, Бокси перетянулся, ну нормально. Без арены даже. Убили Некрофоса. Пошел, вышел и убили. Круто. Микки там без ХП, правда, остался. Но главное, в живых он остался. Это самое важное. И убили Некрофоса. Ну, вот же, может что-то и склеится. Может что-то и получится даже в этой карте, друзья. 2-4 пока. 1000 преимуществ за командой Secret остается. Все еще очень хорошо расфарменный кор героя. И без этого еще Enchantress. Пупей, быстрая медалька. Ну, тут самый Frostbat, конечно, дает о себе знать. Нетворс больше, чем у Эмбера. На пятерке Enchantress. Больше, чем у Керри. Пятерка, Керри. Первая позиция, пятая позиция. Восьмая минута. Пошел ниша вниз. Доминатор есть. Седьмой левел. Ну, то самое. Можно пушить вместе с Некром. Пока оставляет Матумбу стоять в одиночестве. Но Матумба здесь себя хорошо чувствует. Хотя с ДП его можно и убить. Просто привязать разочек и... И все получится. Нижнюю башню сил света атакуют. Ага, тут вот такой план. Нет, так не работает. Мишку не убить. А то Бомен выигрывает время, пока не дает быстро запушить свой тавер на топе. Снизу его команда вышку уже запушила. Достаточно успешно. Они могут двигаться, в принципе, дальше по этой линии. Ну а чё бы и нет, да? Доминатор есть у ниши. Зай готов. Он пока без меки, правда. Но ауры подходящие имеются. Пупей, плюс ко всему, еще вот так вот бафает кентавра-захватчика, у которого становится просто больше армора. Больше армора, значит, вышка будет медленнее этого кентавра пробивать. Но и заставляет команду Liquid, во-первых, нажать глиф, во-вторых, конечно, стянуться сюда персонажем. Как минимум, тайга уже тут, там какие-то издали повершоты покидают второго уровня прокачки. Пупей пошел просто куда-то уже в вард, ставит под сердцы, находит котла. Вард неудачный получился, его тут же снимают. Тайга, получает чакра-мейджик, Пупей. Шкошот неудачный, повершот получше, чейный. Праймал Рор хотел дать нише, Микки уходит. Праймал Рор можно по тайге. Долго думал, давать не давать. Сдавал как раз таки в винранг, когда он уже был активирован. Приходит тем временем Матумба Мэн. Внезапно, с дабл дэмэджем. Ремнанты, бежать. Их на 9-й минуте под тир 3 загоняет уже ребята из Secret. 2000 преимущества по экономике. Немного арена ставится, Матумба Мэн сразу труформ. Получает копье, надо забирать Матумба Мэна. Да, хорошее убийство. Очень важно, очень нужно. Бокси пока на перетяжках работает. Один ассист, один фраг сделал. На линии сплоховал, разочек отдавшись, но сейчас реабилитируется. Тут Зай далеко вышел, тоже находит койку. Спирит Сифон. Шеклшот на этот раз удачный. Повершот, Зай госшаут и получает крипсворм, погибает. Еще минус один кор-герой. Команда Liquid
Ловить на соперниках, на ошибках соперника, конечно же, в первую очередь. Дальше за Ебзором. Микки пошел. И Ебзора убить. Третий фраг У подряд. У меня только один вопрос. Почему они не ушли все после смерти Матумбы? Они давят. Они морально просто пытаются уничтожить команду. Там Зай мог спокойно улететь 4 раза. Вот это улететь, это не про уничтожить морально соперника. Уничтожить морально соперника, это задавить на 10-й минуте под тир-3. Ну тогда эта игра будет длиться дольше, чем 18 минут. Чейны, иллюминейт, опять Quake вот здесь, Пупей может погибнуть, Эмбер Спирит приходит, лишает жизни, Зай второй раз подряд может уйти, коса, правда, жесткая. Минус Некрофос, размен в Деспрофит, 1 в 2 так. Матумба 1 в 3 просто лезет. Контролит ты крипом Доминатора, правильно, ворот крутился, минус Эмбер Спирит, а там Крипс Доминатора еще и шел Тайгу добивать, но Тайгу убить не получилось. И все равно давление. Где-то и умудряются ликвиды, конечно, убийство делать, но каждый раз, чуть ли не из последних сил, вкинуть все нюки, чтобы хотя бы как-то разменяться. Ну хорошо, держится, пока держится, преимущество не увеличивается. Показываю обновленные коэффициенты, друзья, от нашего партнера по Рима. 4 на команду Liquid сейчас. 1.22 на коллектив Secret. Это на карту, конечно. Это карту, конечно. Очень много спейса получает Матумбамен. Поэтому 4 это по-божески. Уже сделал себе Морбит Маску. Купил, точнее, мом на подходе. То, что команда его там заняла чужой лес, честно, как раз таки выгодно именно Матумбамену, потому что у него большой простор, где фармить. И линию можно отпушивать, и целый лес под его взором. Готов и Владмир уже. Тем временем Бестмастер. Хорошая аура собирает, конечно. Доминатор плюс Владмир, плюс опять-таки крипы, которых Enchantress в ПП будет забирать в зоопарке. Плюс медалька. Ниша, Рор через 2 секунды. Могли выйти на Микки. Не стали. Вот. В боксе выходит Блинкдагер. Вот то, что может помочь. 1-1-1. В КДАО боксе. Ничего лишнего, просто фейсбутс, блинкдагер. Если удастся опять-таки засноуболиться, просто прыгать, каждую арену реализовывать. Даже если без арены, просто удачные копии, команда поможет. То можно попробовать сыграть именно от Марса. Если играть от Марса, где-то и под шумок Эмбер Спирит будет докачиваться. Ну, естественно, Весл, об этом мы тоже говорили. Урна готова, правда, зарядов нет, но... И вот собираться вместе все четко пока. Хорошо, нажать смог, поставить центрик в этот раз, чтобы подвижным соперника... Не нажимать лишние смоки. Так, и идут на ходе с Пупея. Ну, это заряды на урне. Конечно, хотелось бы убить какого-то кор-героя там, если бы добрались, но не знаю. Того же Бестмастера, который какое-то время назад гулял в чужом лесу. То было бы получше, но Пупей так Пупей, окей. Опять-таки, заряды на урне, дело такое. Они нужны. Арена сохранилась. Копье есть, блинк есть. Идем дальше. Ищем еще людей. Эмбер Спирит до конца за нишей чейнами стягивает. Успеет ли тиммейты подойти? Праймал Рор на развороте. Арена. Копье мимо! Ставится, конечно, Willow Wisp. И таким образом, Матумба Мэн сейчас просто, дав Savage Roar, прогоняет соперника. Нишу здесь забрать не получится, но при этом никто и у команды Liquid не погиб. Но потратили важный ульт. Это Willow Wisp. Получается, по ультам 2 в 1. Секрет сейчас осталось побольше. Секрет не торопится. Пока что. Они ждут, наверное, дезолятор на медведя в первую очередь. Матумбы, в принципе, у Ниши уже, в принципе, все есть. Базовое для того, чтобы драться. Дальше БКБ Блинк. У Некра есть мека. Крикс и скоро. И при этом опять мы видим ситуацию, при которой ликвиды идут сами в бой, пытаются навязать эту драку. Где-то получается, где-то нет. А все равно экономику команды Secret растет. Растет лучше намного, чем у команды Liquid. Так, хорошо, пригвоздили Зая. Ну что, забрать его? И шеклшот, и пригвоздили, и все дали. Зая хилится, жить. Голшаут нажал, стики использовал. Есть мека, Savage Roar, отогнать соперника. Кентавр там станет, кажется, нишевский. Да, с доминатора был. Крипа убили, 200 колды заработали ребята из Liquid. И прогнали таки соперника. Вот не удалось убить Зая, конечно, это неприятно. Но никого сами не потеряли. Немного заработали и вышку в центре сохранили. Нужен Vessel, срочно. Будь Vessel, Зай бы погиб 100%. Без шансов.
Но до Весела еще копить и копить. Дворс очень слабенький, конечно, у Эмбер Спирита. Вот мы смотрим 4000. Там на 5 сотен только Рубика обходит. А так-то он в зачете Корг вообще в Пупею проигрывал в один момент. То есть у него старт просто отвратительный. С этим ничего не поделать. Надо камбэкать, надо искать фраги. Ликвид умеют это делать. Они любят действительно там в мидгейме походить, поубивать соперника. Но сейчас они, посмотри, они бегают вместе. Вот только в данную секунду разбежались. И очень мало героев получают фарм. Все это время Матумба стоял, бил крипов. Та же самая история. Ниша. И вот Некр в определенный момент только в центре был. Но тем не менее он тоже получает фарм. А Ликвид почему-то так не делают. Да боятся. Понимают, что если они будут бегать как-то разрозненно, тоже там захватывать какую-то часть карты побольше, то будут отдаваться, их будут убивать. В этом плане, возможно, побаиваться. Тут NC не один вышел сейчас, скорее всего, погибнет. Да, это будет убийством для команды Secret Insania. Вот Баунтир у нас Ниша соло на боксе просто нападает. Пока не хватает дэмэжа, здесь копье и самого Нишу могут убить. Ниша еле живой. Погибает. И спасти нечем было. Еще медвежонка остановить. Микки идет дальше. Далеко. Чейнами зацепил настоящего. Матумба Мэн дает Севершор. Пытается убежать. Тайка на виндране. Замедление получает. Шикл-шот неудачный. Связки нет. Коса какая-то будет от Зая. Косу не хочет использовать. Дал деспульс. Просто и так убивают они ВР-ку. На развороте медвежонок. Корни срабатывают по Микки. Даблкил для Зая. Виловисп стоит, конечно. Даже под этим Виловисп секреты делают два убийства. Отомстили за смерть своего Ниши. И теперь просто отойти. Ну вот и файт тоже не получился. И 6к преимущество уже у команды Secret. 17-я минута. Выходит Ликвид. Не выходит пока. Что-то такое прям. Даже байбек выбили. С котла. Кардинально такое провернуть. Хорошее, мощное. Какой-то файт, какую-то атаку, какую-то драку, да, сделать, чтобы... Ну вот прям действительно мы бы сказали. Вот это уже прям похоже на камбэк. Спейлы покидали. Ну вот где-то за арену одного героя убили, дальше отойти не смогли. И вроде бы положительный момент, там убийство Бестмастера, допустим. А с другой стороны потеря кучи героев, байбек и драка. Положительных моментов просто меньше, чем отрицательных. То есть на один плюс они получают 2, а то и 3 минуса. Ниша в лесу еще потеет, даблстаки себе сам делает. Один спаун сам вывел, потом второй топориками. Максимальная, конечно, концентрация в Нише. Ну, жестко играет Secret. И в индивидуальном исполнении особо не ошибаются. Командные взаимодействия шикарные. Пытались Инсейн убить после байбека. Эмбер Спирит на ремнантах. Получает Чакрамейджик. Может быть, Чакалшот. Да, тоже неплохо. Ну что, Ибзор убить. Севершор, Ибзор. Ибзор все-таки погибает. И вот вроде бы фраг сделали. А летят уже 8. А было 6. А было 6, да, до фрага. Как? А вот так, потому что разные части карты занимают и фармят всей толпой. Пупей где-то в лесу, Ниша где-то в лесу, Матумба на линии. Все фарм получают, кроме Рубика. Рубик как-то, естественно, не особо этим занимается. Именно поэтому у него нетворс худший в команде, но он все равно выше, чем у саппортов соперника. Философский камень. Ну вот, пожалуйста, предмет для Рубика. Смог. Ликвид глубоко заходит. О, вот так говорят, вражеский тир 2 выглядит. А мы еще не доходили. Прикольно. О, вражеский лес. За 2 карты или за 3? Телекинез, Микки, добегал, скажется, или нет? Привязали Пупею. Праймал Рор на развороте в Койква. Койква дает экзорцизм. Косу получает Койква. Успевает покинуть себя в Юл. Пережил. Дальше арена. Но там госшаут. Копье залетело в Зая. Ему, конечно, все равно. Мишка пытается убить Виллу Висп. Получится это сделать. И теперь убегает уже Микки и Инсейн. Никого убить у них не получилось. Но теперь бы как-то еще и в живых остаться. Побольше героям команды Ликвид. Вот Инсейн, скорее всего, просто погибнет. Да, минус 2 делают секреты. Они, наверное, тоже в шоке, как этот соперник к нам пришел. Это обычно мы их там где-то на чужой территории убиваем. Они к нам пришли теперь умирать. При этом, ладно, вот мы говорим, убивают постоянно секреты, убивают. На самом деле размен-то есть. 10-12 счет. Тут страшно не цифры по киллам, тут страшно цифры по экономике. Да я думаю, что по XP там та же самая ситуация. 6000 перевес по экспириенсу команда Secret. Да, друзья, 20-я минута и уже такое отставание Liquid. И опять
Опять Рошан для Secret. Третью карту подряд. Они бьют его до 20-й минуты. А то и раньше гораздо, до 15-й. Преимущество уже неприличное. У Пупея там снова на всякий случай Мидас. Конечно, похоже на отчаяние, когда вы нападаете на Enchantress, выбираете ее приоритетной целью и не можете убить. Еще Пупей, казалось бы. Пупей, как в карте под номером один, тоже покупает Мидасик себе. Тогда, да, Мидас, и дальше что-то на команду возьмет. Чем не хватает? Кримсон. Кримсона нет, ну, можно взять. Хотя здесь, ну, пусть будет. Да на команду еще какая-то там дополнительный баб, дополнительная аура. У Зая худ. Можно купить пайп, Кримсон. А можно сейчас на хайграунд зайти? Вот на самом деле, с Аегисом. А что мешает? Мешает давайте наше, вот так все не наше, закончит, пожалуйста. Наше желание, чтобы не закончился на 21-й все. Вот, вот что мешает. Пожалуйста. Я думаю, правда, с секретом это не помеха особо. Вот, зафиксируйте, коллега. Я увидел максимальный коэффициент в киберспорте. Так. 300. 300 на камбэк. 300. Да? Ну просто не знаю, что должно произойти. Сколько интернетов нужно вырубить дистанционно команде Secret? Ладно, интернет, конечно, вырубить всего нужно 5. Я думаю, 10. Ты думаешь, там у каждого не по 2 провайдера? Не знаю. Ну, вообще, вылетами решались исходы квалификаций. Да. Каких-то матчей в плей-офф. И это происходит даже сейчас. Такой... ситуации, когда все сидят по домам, но мы такое видели недавно на БТС Америка, например, где одна команда вылетала и другая получала победу. Не хочется, конечно, вспоминать старые времена, вот именно в плане интернетов и онлайн-лиг, там были такие ситуации, причем возникали они довольно часто с интернетом. У нас тут пока все хорошо. Да нет, если топовые лиги отыгрываются особо без проблем технических. Это хорошо, это круто. Мы просто ищем способ, да, победы команды Liquid. Потому что игровым путем складывается ощущение, что это невозможно. Просто невозможно, да. Невозможно Secret переиграть в такой форме. Невозможно. Они пикают, что хотят, они ставят героев, как хотят. Они на пятерке имеют заоблачные нетворсы. Я не знаю, как Secret'ов останавливать просто. Хорошая шутка была, что секреты набрали крутую форму, а им на зло International перенесли. Да, только-только хотел про это сказать, вот серьезно. Как будто из-за них его отменили. Вот не хотят, чтобы эта команда наконец-то выиграла инт. Потому что в такой форме секрет просто катком проходится по всем. В Европе точно нет конкурентов, даже близко. Ну нет, да, давай нет. Вот давай оставим задаток все-таки под OG. Вот пока OG не в полном составе на лане я не увижу ладно, их исполнение. Вот я не буду говорить, что секрет топ-1. Вот не могу я. Не, я могу. Вот пока, ну, помимо там не основного состава, все равно. Я единственное не могу сказать, что секрет точно первые в мире. Пока они не играли против Вичи и LGD. Вот это да. Тоже, ну, блин, ждем ланов, друзья, ждем ланов. Give us lands. Все скучают по ланам. Да. Все хотят их уже посмотреть. Все хотят посмотреть на международную доту. Потому что сейчас, ну, по сути, одно и то же. Который месяц подряд. Там сейчас очередной турнир скоро стартует, где будут играть опять эти же команды между собой. По-моему, завтра, причем Secret играют с Liquid в матче открытия, если я ничего не путаю. Серьезно? Да. Ну вот там-то Ликвиды, ну вот там-то. Ага, по-любому. Отлетят... В гранд-финале расслабились, да? Отлетят за 40, так и быть. Не, ну, шутки шутками, конечно. Ну да. Матчапы эти повторяются, ну просто обратите внимание на тот же Китай, где там те же LGD и Vici, допустим, друг с другом могут каждый день, а могут в один день дважды сыграть на разных лигах. Там просто лиг был по Польше одновременно. Здесь так-то стараются по очереди запускать. Но команды будут играть вновь и вновь друг против друга в онлайне. С другими регионами пока не посражаться, не посмотреть, кто сильнее, кто лучше подготовился. Поэтому это будет дополнительная интрига к первому лану. Прикинь, какой будет хайп, первый лан, там встретится команда из... Америки, Китая, СНГ, Европы. Там, ух! Фнатики приедут показывать свою доту. Да ждем. Ждем все. Очень хотим. И ждем, что Liquid сейчас пойдут и убьют всю команду Secret, например.
Во, а за Матумбоменом. Пятером. Матумба превращается. Матумбу уже не взять так быстро. Подольше будут его бить. И не убьют вообще. Тут контратака. Здесь Рор пошел. ДП. ДП может погибнуть. Коса минус ДП с ультимейтом. Байбека нет. Микки стан получает кентавра. Виллу-Висп стоит еще. Микки спасет, скорее всего. На ремонт отпрыгивает. Севершор неплохо. И вот этот Севершор стал похороном для Эмбер Спирита. Делает он байбек моментально и мгновенно. 25-я минута. Команда Дайер уже поднимается на хайграунд. Бьет тир 3. Защитников всего четверо у команды Лига. Но самое страшное, что ресурсов у них для защиты не так много. Телекинезис дальше по Инсене. Инсене погибает тоже. Байбека нет. Трипл килл бай Зай. Прыгает Бокси. Копьев, Пупея. Пупея убили. Но Бокси в размене. Бокси есть байбек. Использовать. Тут не медведь. Он все спушит. ДП без ультимейта появится. Ладно, Ликвид. Все прекрасно понимает. Все, Ликвид... забудьте про этот финал, Ликвид. Забудьте. Забудьте. Да, как будто его не было даже в вашей карьере. Тяжелый матч бывает. Бокси после байбека умер. Команда с другой планеты просто сейчас. Просто с другой планеты. Они гении. Ну, теперь у меня просто только один вопрос остается. А Секреты вообще в курсе, что они не практик катали сейчас играть в финал, нет? Кто-то сообщил? А, я думал, ты спросишь, кому они проиграют. То есть, кто будет той самой командой, которая их 2-0 уничтожит? Не, мне просто интересно. Тупее кто-то сказал, предупредил. А то как-то некультурно по отношению к Ликвидам получается. 26 тысяч преимущества, две линии уже снесены. Ликвиды, ну, сражаются до последнего, они все еще в гранд-финале, пока они не напишут ГГ. Все еще могут покидать какие-то нюки. Какого-то героя команды Secret попробуют еще убить. Но это все, конечно, суммарно вряд ли приведет к какому-то камбэку и позитивному результату для команды Ликвид. Хотя, с другой стороны, друзья, давайте отбросим матч этот гранд-финал все-таки, да, и... просто оценим места. Ликвиды лучшие после Secret. Это уже действительно дорогого стоит. Мало, я думаю, кто ожидал, что Ликвиды доберутся до гранд-финала. В принципе, они вот так вот после не самой удачной групповой стадии по лузерам идут, выбивая просто, ну, сильнейшие команды, в принципе, да, сейчас регионов. Миша, он не умер под фонтаном. Ну почему он не умер даже под фонтаном? Потому что купил госсептор. И даже здесь не хватает. А в ответ убивают ДП. И надо соглашаться. ГГ Грац. Да, ну что, Инсене признал поражение. Команда Ликвид проигрывает этот гранд-финал, друзья, со счетом 0-3. Но опять-таки, ну не получилось. Бывает такое. Кто от Секретов 0-3 не отлетал? Да много кто отлетал. Это уже не показательно. Важно вот что, друзья. Все-таки этот лига заканчивает сейчас. Чемпионы Секрета, они большие молодцы. Они, в принципе, даже ни одной карты, по-моему, не проиграли, да, если я не ошибаюсь? Да, да. Ни одной карты не проиграли. Это достижение. Безоговорочная, конечно, победа. Во всей этой лиге. Это у них 16-я встреча на винстрике. Именно серия. За эти 16 серий они проиграли, по-моему, всего 2 карты, если я не ошибаюсь, по статистике. Ну, в общем, сумасшедший результат. Таких секретов сейчас остановить невозможно. Но при этом хотелось бы сказать все-таки Ликвидам, что они большие молодцы. Вот действительно, с первого раунда лузеров они прошли Fly to Moon, прошли у нас Alliance, Virtus Pro. Сегодня OG переиграли. То есть это реально очень крутой проход по лузерам. Но секретов преодолеть им не получилось. Так бывает. Секреты невероятно сильны. И Ликвидов в этом винить, конечно, не стоит. Тут как бы Пупей захотел, Пупей все сделал. И он красавчик. Его команда, конечно, тоже огромные-огромные молодцы. Поздравляем, поздравляем коллектив Secret. Очередной титул. Титул без поражения. Это действительно очень крутое достижение. И Secret просто идут дальше за своими какими-то чемпионствами. Поздравляем их. Это действительно лучшая команда последних месяцев. Возможно, даже в мире. Потому что все-таки в других регионах хоть какая-то борьба есть. Хоть какая-то... борьба в Китае, да, присутствует, где действительно каждый бьет каждого. Secret такое чувство, что не хотят никому отдавать вообще даже карты, они просто сметают всех на своем пути. И вот сейчас бы им International кто-нибудь подсунул, вот прямо сейчас, но... Будет, но еще. Когда-нибудь потом. Будут, еще будет. International, да. Надеемся, что Secret и форму свою не растеряют, продолжат нас радовать своими замечательными выступлениями на лигах и конкретно отдельно взятых матчах, конечно же. Друзья, за всем все. Вот за 2,5 часа мы вот так вот гранд-финал провели. 3-0, в общем, больше добавить нечего. Ждем новых турниров. Обязательно смотрите паре матч-лигу, допустим. Она идет параллельно каждый вечер. Руха будет ее для вас освещать.
Вот, Dota Pit Лига заканчивается, ждем новых от них сезонов, ждем от них в первую очередь ланов. Dota Pit Лига, Dota Pit организаторы проводят отличные ланы в первую очередь. Вот, друзья, спасибо всем за внимание. Для вас работал на этом турнире студия Рухаб. Сегодня гранд-финал для вас комментили Адекват и Морталис. Услышимся уже в самое ближайшее время. Пока-пока, приятной вам ночи.